Миша Романчук, человек, который принес сборной Украины аж две медали, единственную на моменте серебряную и одну бронзовую, соответственно, в плавании на 1500 и 800 метров. Это стайерское плавание и существенно то, что в плавании сборная Украины не получала олимпийских наград аж последних 17 лет. 17 лет Украина не видела медалей в плавании. Кто такой Миша Романчук? Это чемпион мира и чемпион Европы в плавании на 800 и на 1500 метров. Да. Парень родом из Ровно. Собственно, является продуктом, на мой взгляд, Константина Григоришина. Познакомился я с ним в 2015 году, когда увидел группу совершенно нереально выглядящихся со стороны людей. Это были, это были на тот момент чемпионы мира, призеры Олимпийских игр, Олимпийские чемпионы. И у них были на маечках такие энергетические стандарт, энергостандарт. Это профессиональная команда, которой руководил на тот момент Джеймс. И среди них, оказывается, было несколько украинцев, и со временем мы познакомились. Тогда я посмотрел на эту всю историю как на какую-то совершенно фантастическую тему, потому что профессиональная команда в плавании, в олимпийском виде спорта, в котором заплывы идут две недели, в принципе, могу сказать по себе, что кроме финалов в плавании очень незрелищный вид. То есть э, э, зрелищно смотреть, например, там фристайл 50 метров, фристайл там э -э... 100 метров, потом эстафету зрелищно смотреть. Но тут какая-то совершенно непонятная для меня субстанция. И потом оказалось, что эту команду создал известный э, предприниматель украинский, которого зовут Константин Иванович Григоришин. Я на тот момент был знаком с Константином Ивановичем и в скорости, еще через несколько сборов, я встретился с ним там и у меня произошел совершенно с ним подробный разговор на тему, зачем он это все делает и что, что это происходит. Собственно, замысел прост Изменить длинные традиции в плавании, вот эти длинные недели заплывов в четвертьфиналов, полуфиналов, превратить это в зрелищный вид спорта, который в принципе является самым-самым популярным и самым полезным видом спорта в мире. Да, и так он создал, он собрал всех, всех талантливых пловцов из Европы и даже из Австралии. И начал делать из них профессиональную команду, вынашивая идею ICL. Это International Swimming League. Он задумал поменять традиционные правила в плавании, сделать из них клубную систему, ну, скажем так, аналог ММА. Да, вот грубо. Существует много всяких моментов, которые... Которые имеют шанс выдвинуть плавание вообще в топ просмотров и, и, и интереса Но для этого надо изменить правила, потому что в принципе в федерации плавания В мировой средний возраст руководителей 75 плюс И собственно то, та ситуация в плавании, которая сегодня есть, она в принципе недопустима Потому что ну, в принципе не зрелищно, нельзя его смотреть долго, затянуто и так далее Шли годы, мы ездили все время на кемпы, и мое общение с Мишей углублялось. И, собственно говоря, я понял, что это неимоверно титанический труд. Почему? Почему услышалась фраза? Потому что это полностью продукт от нуля. От нуля. Потому что на момент 2015 года Миша был талантливым, совсем молодым, очень перспективным парнем. Но вот эта советская система подготовки плавания, это такое некое болото, э, в котором человек вынужден погрязнуть э, в каких-то склоках, каких-то подводных течениях, каких-то корпоративных войнах внутри федерации. Надо переходить от одного к тренера к другому, для того, чтобы тебя куда-то отправляли на сборы, чтобы ты имел полноценно возможность готовиться. Потому что в Украине в принципе нет бассейнов, в которых можно готовиться. Длинной воды хорошей нет, по качеству нет. Ну, то есть она есть, но по факту она одна, и только сейчас это бассейн Южмаша в Днепре. Могу сказать следующее, что Миша, Вместе со своим спаринг-партнером Сережей Фроловым, вместе со своим тренером Петром прожили в Глории спорт-арене 5 лет. Многие могут тут начать хейтить и говорить, вот всем бы такие условия. Вы подумайте, что такое прожить в золотой клетке, в тюрьме 5 лет, в котором есть у тебя, у тебя один и тот же каждый день похож как две капли воды. У тебя есть один выходной в виде воскресенья, когда у тебя есть одна тренировка, а потом тебе надо куда-то поехать, но ты не знаешь куда, потому что ты уже все объездил за пять лет. А, но когда я узнал, что и Петя пожертвовал всю, все свою, всю свою сознательную жизнь, это вообще меня шокировало. А, кроме того, интересный момент, что этот тандем он уникален тем, что они с детства вместе. То есть это первый тренер Миши, который привел его к олимпийским медалям, который проработал с ним на моменте там, 15 лет который, ну это вообще не, не, немыслимо, не, 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 не да, немыслимо, такой практики нету. Это огромное самопожертвование. Миша наплывает в неделю там 108, 112, 120 километров, это огромные объемы, да. Мишин тренер единственный, кого я всегда на каждой тренировке видел на бортике, и который перемещался, и который общался с Мишей всегда на подсказывая ему что-то, беря уровень лактата, что-то корректировал, он его останавливал, показывал, рассказывал. Это было всегда, вот, это не было, знаете, что перед Олимпиадой они вдруг взялись и начали заниматься. Это было год назад, это было два года назад, это было три года назад. Каждый год, когда я приезжал в Глорию Спорт Арена, я встречал Мишу с тренером, они могли быть не весь сбор, потому что они, например, приезжали с каких-то соревнований или уезжали раньше меня, потому что ехали куда-то на соревнования. Но в целом это был просто гений. И, и там много олимпийцев, Плавала. И там много людей такого высокого уровня, и с ними тренеров не было. Именно был Мишин Петя, который вот всегда методично ему рассказывал, он объяснял. Я, кстати, знаю, что Петр хочет стать гостренером по плаванию, я думаю, что ввиду того, что вот такого глубокого, глубокого понимания процесса я думаю что он заслужил на эту позицию я я по крайней мере сделаю все возможное чтобы это произошло почему и как выбрал плавание миша об этом много рассказывал в разных интервью чтобы не повторяться фактически его совершенно там чуть ли не случайно отвели на секцию плавания у него папа тренер по легкой атлетике и собственно папа очень хотел чтобы он был легкоатлетом но плавание у него получалось лучше и если мне не изменяет память он уже в 14 лет э, сделал рекорд украины на полторы тысячи метров до 6, среди детей 16 лет. Причем он привез предыдущему рекорду украины больше минуты это вообще космос то есть он был очень талантливым очень перспективным и по самой биофизике и по и по всем своим данным он прям был мега перспективным парнем собственно это предопределило то что его э, заметил э, в тот момент костя и выдернул в команду energy стандарт к джеймсу и обеспечил вот эти самые условия для плодотворных тренировок он он был сделан у него были созданы все условия и и платила за это не Украина. А, Когда-то мы с Мишей в 17-18 году записали видео. Будет видео про чемпиона. Вот ну, этот да. чувак проплыл по серебру на чемпионате мира. Смотрите, полторы тысячи метров. Хотите быть похожими на него? плавайте по 10 километров в день и не ешьте при этом пирожку. Миша мне тогда жаловался о том, что от сбор, от, от, от Министерства спорта э, ему передают только таблетки Супрадин. Супрадин это такие швейцарские витамины. Из пяти лет, которые он прожил в Глории спорт-арена, только с января этого года его финансировало Министерство спорта. А до этого за это платил Константин Иванович. Собственно, это факт. Меня больше всего вот в процессе таких разговоров интересует фишки, как плавать, как делать так, чтобы, чтобы был лучший грибок, чтобы было все растянутее. Да? Но на самом деле любой любитель, который пришел в триатлон особенно, он хочет, он хочет максимальной инвестиционной отдачи. То есть потратить минимально времени на то, чтобы получить максимальный гэп на финише. Понимаешь, то есть выглядит это так. Вот ты триатлонист, и ты, и ты себе считаешь так. Вот если я буду, например, наезжу там 7000 километров за год, да, то я найду на финише Айронмена там 20 минут. Если я наплаваю, например, там 25 километров в неделю, и при этом буду плавать там те же 25 недель, условно полсезона, да, то я найду, наверное, там 5 минут на финише. То есть ты считаешь то, что ты можешь найти на финише в каждом виде, и сколько тебе надо инвестировать в это время. И э, мы даже спорили по этому поводу, то, что э, мы не можем так глубоко вникать в процесс, потому что у нас нет времени на, на то, чтобы в него так вникнуть. Я имею в виду любителя. У каждого любителя есть бизнес, у каждого любителя есть некое, некое занятие, которое потребляет огромное количество времени. И, и каждый из нас мыслит таким образом, чтобы меньше тратить времени на то, чтобы получить максимальный результат на финиш. Я когда видел их, у них такие романтическо цветочный букетный период, да, понимаю, что э, этот союз состоялся в том числе потому что, потому что Мише хотелось взрослых отношений, и это было логично, и так это получилось. Они полюбили друг друга, и вот создалась такая звездная пара. Это сложно для семьи жить в разных, в разных плоскостях. Когда один на один сборах, второй на вторых сборах, один на одном чемпионате, второй на другом чемпионате. Но это издержки производства. На мой взгляд, это издержки производства. Я видел, как она болела, есть даже такая нарезка, как она там, бедная, нервничает. Но это круто, что у них есть понимание, они могут жить одной жизнью в этом случае. В чем его феномен? Космически трудо, трудоспособен, да, он очень сконцентрирован, он много думает о том, чтобы что сделать, чтобы выиграть. Я знаю точно, что они готовились на рекорд мира на 1500 метров, то есть это прям была заветная мечта. Но мы предполагаем, Бог располагает. Спорт это Его Величество. Ты видишь, как он выбрал серебряную медаль, и это было до последних метров не то что под вопросом, но как бы. Борьба была до последнего сантиметра. Я уже не говорю про 800 метров, когда там в принципе 4 человека плыли, там 8 человек в 1,1 секунды. Ну, вот там. Многие говорят: Фелпсу зачастую везло. Но чувак собрал 24 золота. Да? Вот там. У Миши два шанса 800-1500. Бронза серебро. У нас до Олимпиады, до закрытия Олимпиады остается буквально несколько дней. Он приедет сюда народным героем. Да? То есть я не удивлюсь, если, если ему дадут даже орден, это будет правильно. Он очень молодой парень, у него еще точно две Олимпиады впереди. Главное, чтобы он не перегорел. Главное, чтобы ему найти вот этот вот баланс, ввиду того, что теперь уже нет энергостандарта и нету команды, с которой можно тренироваться. Но при этом есть уже молодая жена, которая тоже, тоже легкая э, легкоатлетка, тоже спортсменка профессиональная, одна из лучших, сборница Украины. При этом вот этот вот найти вот эту золотую середину, да, бассейн только один, только в Днепре, он из Ровно, она из Хмельницкого. То есть это, как вы понимаете, там немножко разная география. Соответственно, на мой взгляд, это будет какая-то новая жизнь в этом олимпийском цикле, которая позволит ему скажем так, тренироваться и все-таки реализовать свою мечту в виде олимпийского золота. Потому что для любого спортсмена, у которого есть, у которого занимается олимпийским видом спорта, олимпийское золото является топ-достижением. Э, мы говорили с Мишей накануне отъезда на чемпионат Европы по поводу конкурентов, и он, он мне так совершенно очевидно говорит: "Ну там у нас все все типа понятно, есть итальянец, есть немец, соответственно это Вел Польтери и немец Велброк, еще" теперь прибавился к ним американец, который в чемпионате Европы не участвовал. Эта позиция, то есть у каждого есть определенная тактика, и Миша ее, конечно же, знает. Например, итальянец выходит, начинает лупашить с первых метров и, собственно, создает такой задел на, на будущее. И если внимательно смотреть на, на каждый из заплывов, то видно, что на манеже все те же. Они друг друга знают, как облупленные. Финки, видите, так получилось, что выиграл две медали. И опять же таки я хотел бы сделать такой акцент, что ну вот это, это спорт и мы конечно можем много кусать локти и говорить о том, что ну как же он в полуфинале проплыл по олимпийскому рекорду и проплыл на целую секунду лучше, чем он проплыл в финале. Если бы он просто так же проплыл, то он бы получил золото. Вот это спор, да. Мы не знаем, что там происходило у Миши. Я надеюсь, что я его приглашу в эту студию, и поспрошу, что происходило накануне ночью, как он спал, что ему говорил тренер, что, что ему говорила папа, мама, что ему говорила жена, и как это все происходило. Но, тем не менее, факт остается фактом. У Финки два золота. Итальянец один, один заплыв выиграл, второй проиграл. Видно, как на награждении Миша расстроен из-за третьего места когда уже серебро получил, он был более одуш... одухотворен. Но еще раз я понимаю, что я понимаю, что он был настроен на золото и там, и там. И они были готовы и готовились на золото. Но это спорт, поэтому вот так. С одним своим близким другом поспорил на то, что Миша привезет две медали. Я выиграл этот спор. Это бутылка вина Барбареско Гая. И я думаю, что я потираю руки, что я оказался прав. Почему у нас вот так? Почему один Миша? Если говорить по плаванию, то я убежден в том что, теория Константина Ивановича правильная и то, что для того, чтобы вырастить спортсмена, мало иметь не только этого спортсмена там в 14, в 13, в 15 лет, а еще потом его взять вот в этом состоянии очень потенциально сильного парня погрузить в условия, когда из него можно сделать великого спортсмена. А если говорить про других олимпийцев, таких как там, не знаю, Свитолина или там... Ольга Харлан, вот любого другого человека, который является там блестящим, да? неимоверно талантливые, они попали в нужное время, в нужное в нужное место, и плюс там сложилось традиции, тренер, место, время, родители, школа, обстоятельства, город, место для тренировок. Вот все сложилось, да, скажем так, вопреки, чем благодаря. Если говорить про в целом спорт украинский, то, к сожалению, могу сказать, что Большая проблема – это традиции. У нас каждый год возникают дисквалы по допингу. Это огромный трабл. И это говорит о системе, которая, к сожалению, по-другому не научилась работать. Это система прошлого века, которая перешла в, этом, в этот век. И, к сожалению, вот это так. Вадим Маркович гуцает на вторую неделю или третью неделю своего министерского министерского руководства, да, сказал, что мне звонит президент каждую неделю и спрашивает лично, спрашивает, что нужно для украинского спорта. Такого говорит не было никогда, вот вообще никогда от слова совсем. Но опять же таки мы наверное в этом году на олимпиаде займем какую-то не очень красивое место типа там какое-то там 50 60 если никто не принесет золото да. соответственно это приведет к массе вопросов что мы делаем не так и что нужно сделать по-другому так вот я вам хочу сказать что олимпийский цикл это четыре года но это не значит что мы сейчас можем решить или заложить основу того, кто будут, кто будут выигрывать Олимпиаду в 2024 году в Париже. В 2024 году в Париже будут выигрывать Олимпиаду те люди, которые 5-7 лет назад были талантливы, которых заметили, которых поддержали, и которые сейчас уже являются молодыми спортсменами, которые, скажем, в более высокой стадии готовности. Но, еще раз, фундамент Олимпиады 2024 -го года закладывался тогда, в десятых годах. Это не делается в последний год, в последний месяц. То есть это это делается задолго. То есть это система, это результат работы страны в целого спорта. Я думаю, что у нас система неправильная. Она неправильная в сути своей в том, что в этих отборах. Практики. Смотрите, очень много талантливых ребят в футболе. Колоссально. Там, юношеская сборная выигрывает чемпионат мира. Там детские вообще там неимоверные вещи показывают. Потом бум-бум-бум и закончились. А потом начинается Аякс, Барселона. Причем Аякс, например, Играет на, на, своих, на своих игроках То есть это воспитанники именно Аякса Систему надо менять Надо по-другому менять мышление надо, надо, надо включать коммерцию в спорт Надо привлекать разные источники финансирования Чтобы это не была наркотическая игла государственного финансирования Потому что у нас если государство не финансирует, значит спорта нет А государство начало финансировать спорт в принципе в течение последних двух лет нам даже в Федерации триатлона подняли в этом году в, э, бюджет в два раза, то есть, который стал там, чуть больше 200 тысяч долларов. У нас эти школы есть, их надо просто трансформировать, достать молодых тренеров, достать э, людей, которые хотят и могут что-то сделать, а не только рассказывать про то, что у них э, какое-то количество мастеров спортов, которые надо дополнительно профинансировать. И... Это, это все старые разговоры, к сожалению. А, нужно дисквалифицировать тренеров, которые допустили до, до допинг-скандала. То есть дисквали дисквалифицировать не только спортсмена, но еще и тренера. А рассказывать о том, что мы сожалеем, мы поддерживаем, скорбим, сочувствуем. Мы еще тогда сочувствуемся, что я помню разговоры в начале моей беговой карьеры, когда мы в 10-х годах бегали, и, и девочки все рассказывали, как здорово, здорово, вот, что в России, как их там по допингу кроют, что там ФСБ снимает там допинг-офицеров э, с поездов, садит в тюрьму, забирают у них там допинг-пробы. До чего допробовались? Вот. Видно, до чего допробовались. У них даже нет права поднять свой национальный флаг. Романчук сегодня это окрепший, взрослый, но при этом молодой спортсмен, знающий себе цену. Миша много раз предлагали гражданство другой страны, Миша от него отказывался. И могу сказать следующее, что, конечно, Миша приедет и будет диктовать условия, как он хочет построить тренировочный процесс на будущее. И, конечно, он имеет на это все права. Мало того, я знаю, что Министерство спорта поддерживало всех, у кого были какие-то шансы на медали, давая им и возможности, и сборы, и дополнительное финансирование, и, и так далее, и так далее, и так далее, потому что у них, у них были специальные преференции. Это касается абсолютно всех спортсменов, не только плавания. Я уже Миша написал о том, что я его жду на подкаст. Я обращаюсь сейчас к вам, чтобы вы внизу написали вопросы, которые у вас есть к Мише. Мы отсортируем, отберем оттуда вопросы, которые мы задавали в разных других интервью и сделаем Классное интервью такое, как с Васей Ломаченко Я обещаю, это будет интересно и классно Поэтому пишите комментарии В комментариях свои вопросы Думайте о том, чтобы вы у него спросили Если бы он оказался напротив вас А я постараюсь это все консолидировать И сделать колоснейший материал для вас Вы же хотели спорта Вот вам и спорт